Всем привет! У нас еще одна посылка от Розетки. И в этой посылке у нас находится такая фритюрница. Пакет мы подальше отложим. У нас такая коробочка с фритюрницей. Небольшая. Мы ее открываем. Тут у нас появляется сама фритюрница. Небольшая фритюрница такого небольшого размера, которую можно выставлять температуре. Температурный режим. Температурный режим. Также можно выставлять туда овощи, хлеб, рыба, мясо. Как картошка фри разморозка. И разморозка тут присутствует. Внутри этой фритюрицы у нас появляются вот такие небольшие пластинки, которые защищают это все внутри. У нас еще металлическая сетка для картошки фри, для разного приготовления в фритюрнице. Также у нас есть такое покрытие, кислотное покрытие внутри фритюрницы. Также в нее входят вот такие вот шпажки для фондю. Вот такие небольшие палочки для фондю. Еще у нас еще входит вот такая вот держатель, такой держатель. Да, ручки. Инструкция. Вот такая металлический кружок. Вставка. Гарантия. Ну и, конечно же, гарантия. Как же без нее? Печатями все принадлежно для гарантии.